Договаривались, я всех собрал для того, чтобы поговорить о сбалансированности региональных бюджетов. Ну а сразу после нашего селекторного совещания будет заседание правительства, на нем будет разговор доклад об исполнении федерального бюджета за 2013 год. Но, безусловно, при принятии решений мы будем ориентироваться и на ситуацию с региональными бюджетами. Поэтому несколько слов о той ситуации, которую мы имеем на сегодняшний день. Скажем прямо, она не радует. В 2013 году доходы консолидированных бюджетов субъектов страны составили чуть более 8 триллионов рублей, а вернее говоря, 8 триллионов 160 миллиардов. Расходы достигли 8 триллионов 800 миллиардов. Таким образом, дефицит региональных бюджетов увеличился по отношению к 2012 году почти в два раза, даже больше, чем в два раза, на сумму 650 почти миллиардов рублей. Государственный и муниципальный долг вырос практически на четверть, при этом в некоторых субъектах федерации долг превысил 80 и более всех налоговых и неналоговых доходов региональной казны. Ну вот, если говорить о субъектах с наивысшим и наименьшим уровнем долговой нагрузки, то, судя по данным Минфина, таких субъектов сейчас достаточно много. Это и Мордовия, и Чукотский автономный округ, и Белгородская область, Республика Ингушетия, Вологодская область, Северная Осетия, Алания, Саратовская область, Смоленская область, Костромская, Рязанская, ну и другие, в общем, области, у которых ситуация непростая. Есть, конечно, и субъекты Российской Федерации, у которых очень невысокий уровень долговой нагрузки, но, к сожалению, их количество уменьшается. Теперь о причинах этого явления. Они разные, тем не менее, очевидно, что многие регионы по-прежнему сильно зависят от финансовой помощи из федерального центра. Недостаточно активно решаются задачи улучшения инвестиционного потенциала, укрепления собственного налогового потенциала. Сохраняются и неэффективные бюджетные расходы, траты на содержание избыточного имущественного комплекса. Ну, конечно, нужно сказать и о том, что далеко не все рационально подходят к бюджетному планированию, включая самые сложные плановые позиции, скажем, по финансовому обеспечению исполнения майских указов президента. Мы еще раз должны внимательно проанализировать возможности, причем возможности как пополнения доходной части бюджета, так и оптимизации расходов. Предлагаю подумать еще раз и об эффективности налоговых льгот, имея в виду, что льготы, которые действительно не стимулируют инвестиционную активность, их нужно пересматривать или просто от них отказываться. В части планирования расходов следует обеспечить повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, ну и адекватность и адресность мер социальной поддержки, с тем, чтобы бюджетные средства шли именно нуждающимся гражданам, а не всем подряд, как это обычно у нас и происходит. Напомню, что когда принимались решения об увеличении заработной платы врачам, учителям, другим бюджетникам, мы исходили из принципа социальной справедливости, безусловно, с одной стороны, но рассчитывали, с другой стороны, что люди реально смогут ощутить изменения ситуации и в соответствующих секторах здравоохранения, в образовании. То есть, иными словами, вот, исходили из того, что эти деньги приведут к качественным изменениям, а не просто к повышению зарплат. Ну и, наконец, в текущей макроэкономической ситуации, она весьма сложная, все люди знают об этом нашем, нужно тщательно планировать долговую нагрузку, аккуратно ее планировать. Поставленные задачи, в том числе в указах президента, потребовали дополнительного привлечения финансовых ресурсов. Но при этом следует более внимательно относиться к источникам заимствований, стоимости обслуживания долга, более равномерному его распределению в соответствии с ожидаемым поступлением дохода.
Я рассчитываю, что Минфин вместе с другими ведомствами сделает соответствующие предложения о том, как решить, ну, если не за один год, то во всяком случае в текущей перспективе долговую проблему региона. Именно решить. В том числе путем замещения дорогих коммерческих кредитов более дешевыми бюджетными кредитами. Мы определенные предложения уже сейчас готовим. Будем рассматривать их сейчас и на заседании правительства. Имею в виду, что правительство само по себе выйдет с инициативой увеличить объем бюджетного кредитования на 100 миллиардов рублей. И также предусмотреть еще 25 миллиардов на сбалансированность. Причем эти цифры могут быть скорректированы при рассмотрении законопроекта в Государственной Думе и Совете Федерации. Кроме того, хотел бы, чтобы Министерство финансов сделало предложение о снижении ставки по бюджетным кредитам, причем достаточно существенном снижении. И представила предложение о рефинансировании бюджетных кредитов о такой сниженной ставке для региона. Надеюсь, что это поможет решить те проблемы, которые образовались в последнее время. Ну, и, естественно, будет создан необходимый фундамент, необходимая основа для того, чтобы таких проблем в будущем не допустить. Я и говорю, да, тогда июнь. Теперь передаю слово министру финансов Антону Георгиевичу, пожалуйста. А дальше послушаем наши коллеги. Спасибо, уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги. Вопросы сбалансированности бюджетов рассматривались на совещаниях, которые проводил Минфин в федеральных округах вместе с полномочиями.